Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать следующее. Очень сжатая информация и сама форма вопроса не позволяет нам получить необходимый объем информации, который нужен для того, чтобы что-либо рекомендовать. Это первое. Второе. Не совсем понятно, кто вы ребенку. То есть вообще. Если вы мама, то, ну, если вы, скажем так, даже не мама, а мачеха, мачеха, например, то непонятно, по какой причине вы пишете отстраненно, как будто это происходит все не с вами. То есть подобная нейтрализация своей позиции выглядит как мера защиты, как механизм защиты. Третий аспект. Значит, подросток 11 лет не слушается вообще, просим приходить вовремя со школы, он все равно идет гуляет по несколько часов. Если он хочет гулять, то пусть гуляет. А важно, чтобы он столкнулся с последствиями того, что он гуляет сам. То, что вы даете ему деньги, это попытка подкупа, это манипуляция, и это, в общем-то, будет означать для ребенка только то, что все в этой жизни можно купить. И, конечно, то есть вы, грубо говоря, покупаете его послушанию. Вот. А я не знаю. Но думается мне, что это не лучший расклад для будущей жизни человека. Как вы считаете? То есть тут нужно понять, да? Тут нужно понять, что не ругать, не давать деньги на то, что он гуляет по несколько часов, не нужно. Просить умолять, в принципе, тоже. Потому что все это позиция не та, которая приносит пользу. Далее, вы говорим, ты поздно приходишь, мы из-за этого допоздна делаем уроки до 12 ночи. Человек в 11 лет уже сам способен делать уроки, если ему надо. То есть тут вот, во-первых, непонятно, кто мы говорим. Во-вторых, здесь вы занимаете роль спасителя. То есть я не знаю, опять же, кто вы конкретно, но вы занимаете роль спасителя. Вот. То есть вы ставите ему в вину то, что вы с ним делаете уроки до 12. Да? Ну. Он говорит, так мы их и так делаем до 12, какой смысл? И правильно. И правильно, какой смысл, если вне зависимости от того, что он делает, все равно уроки будут до 12, так он лучше погуляет, проведет время с пользой, и все равно так или иначе до 12 будет делать уроки. Какой смысл в этом? У него нет мотива вообще делать уроки, судя по всему. Вот. И плюс у него нет мотива делать уроки, спешить делать уроки. Понимаете? Какой момент. То есть здесь первое, перестать делать уроки с ним, чтобы он сам делал уроки, пусть выключает из школы, пусть ничего не делает, пусть не работает ничего, ну и, соответственно, покупать ему что-либо перестаньте, да? Вот, только самое необходимое. Ну и вот опять вы говорите, сегодня сказала, что ты хочешь, чтобы мы тебе купили за то, что ты будешь вовремя приходить. Вот зачем вы так делаете? Для чего вы подкупаете ребенка? Чему вы его учите?
Вот. Ну и далее вы пишете, это нам 100 миллионов кредит брать. Кому нам, Анастасия? Кого вас не устраивает? То есть непонятно, где личная ответственность того, кто сейчас отвечает за ребенка, кто им занимается. Если у ребенка есть отец, например, да, то, не говорит с отцом. Если ребенком занимается женщина, например, мачеха, да, вот, то вопросы к женщине. То есть непонятно, кто мы. Кто мы. Понимаете? Вот. Дальше. Если ребенок, значит, помнит свою маму родную, которая ведет разгульный образ жизни, то у него есть ощущение, что его бросили. У него есть ощущение, что он недостоин материнской любви. У него есть ощущение, что он, ну, какой-то не такой, что с ним что-то не так. Вот. У него есть такое ощущение. И именно поэтому он и ведет себя вызывающе. По факту подтверждает только то, по факту подтверждает только то, значит, что он недостоин любви. Вот. Понимаете? Ну вот. И, соответственно, ваш вопрос сам по себе несколько инфантильный. То есть вы хотите, чтобы ребенок слушался. Но что это значит? Какой ему мотив слушать вас? Деньги не мотив. Подкуп не мотив. Договорная основа, может быть, подойдет. То есть как бы сдельная такая штучка, да, сдельная форма. Значит, ты приходишь сегодня, значит, вовремя, и мы там что-то делаем для тебя. Вот. Но приход вовремя — это не что-то такое. То есть, например, вот, допустим, за четверть, если в течение четверти вовремя будешь приходить, да, ну вот в течение четверти можно рассмотреть вариант приобретения гидроскутера, например. Вот. Это справедливо. То есть здесь меня вызывает вопросы ваша позиция. Она какая-то странная. Она очень странная, ваша позиция, потому что вот этот вопрос про миллион, вопрос к ребенку, вот. То есть такое впечатление, что с детьми обращаться вообще не умеют люди, которые им занимаются. Я не понимаю, кто именно бросит, опять же, сейчас повторяю. Вот. Такое ощущение, что не понимаю. Вот тем более, если ребенок не родной, то он, соответственно, и слушать не будет маму, если она ему не родная. Потому что, ну а кто она ему такая? Кто она ему? Почему я должен ее слушать? Понимаете? И мотив это делать в первую очередь должен быть именно расположение к себе, именно понимание того, что он может делать все, что угодно, все, что хочет, но за свой счет. Вот. Ну так. А вы его пытаетесь подкупить. Вы его, значит, всячески ограждаете от проблем, которые у него могут быть, да, то есть помогаете ему со школой, ну, вот. И, естественно, он у вас ничего не делает.
И плюс никакой мотивации тоже нет. Понимаете? Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь, конечно, нужно корректировать ваше поведение, вот, исследовать проблемы, по которым мама ведет разгульный образ жизни, вот, отдельно разговаривать с отцом, потому что это, вообще-то говоря, обязанность отца, то есть это его сын, и это обязанность отца быть для сына авторитетом, вот. Но, с другой стороны, если отец нашел себе другую женщину, да, встретил другую женщину, то, по мнению ребенка, 11-летнего подростка, он предатель, и слушать его смысла не имеет, тем более, что есть еще младший сын, о котором, скорее всего, заботятся лучше, которого, скорее всего, любят больше, по мнению подростка, и так далее. И здесь, как вариант, перепоручить заботу о младшем сыне, дать ему, подростку, просто перепоручить, чтобы он учился заботиться о других людях. Вот. Вот такой вариант я могу вам порекомендовать. Вот. То есть первое, это значит, перестать делать с ним уроки, то есть отпустить его. Человек сам в 11 лет способен делать уроки. Вот, это отпустить его, свободное плавание, но предупредить, что если он не будет делать то, что нужно, то есть не будет учиться, не будет делать уроки, если его исключат из школы, вот, то, соответственно, никаких покупок ему вообще не будет. Вот, то есть чисто самое необходимое, да, вот, при этом не ругать, при этом он ничего плохого не делает, вот, не ругать его, не умолять ничего, просто общаться, как обычно, и все, но при этом ничего не позволять, не покупать, и так далее, только самое необходимое, вот. Второе, это, значит, общаться с ним побольше, не в приказном тоне, а именно вот в таком дружеском, как сказал мой коллега. Вот, только обязательно нужно, чтобы у вас не было к нему каких-либо претензий, чтобы вы от него ждали, что он будет что-то делать. Вот, это такой момент. Значит, следующий момент, это поговорить с папой, значит, чтобы папа с ним побольше занимался, вот, ну, побольше общался с ним и так далее, потому что подобным вещам может научить только отец, а мать, она скорее может, значит, только показать, что нужно делать, да, а отец пока, мать говорит что, отец показывает как. Вот, здесь, конечно, проблема в том, что мать его родная, да, она не с ним, вот, и она вполне могла дать ему установку на то, чтобы себе вредить, вот, но это уже вопрос для личной индивидуальной терапии с ним, вот. Вот так, я думаю, так, и перепоручение ребенку младшего брата по линии отца, вот, сейчас это все, в принципе, вполне возможно, сейчас это еще, в принципе, вполне достижимо, осуществимо и реализуемо, вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос.
Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!